На любой территории есть точки потенциального роста. Иногда годами остающиеся в дремлющем состоянии. Их надо обнаруживать, пробуждать к жизни и капитализировать. Альтернатив такому подходу в нынешней ситуации просто нет. Наконец, провести глубокий и жесткий анализ эффективности государственного акционерного участия в бизнес-единице. Да, есть ситуации, когда оно необходимо, когда иного способа сохранить важный, опорный экономический субъект не существует. Но эти ситуации должны рассматриваться как исключительные и как временные. Бизнесом должен заниматься бизнес, у государства другие задачи и другая миссия.